на сегодняшний день повышение тарифов на содержание и плату, да, за жилье не является обязанностью. Она прописана лишь в рекомендациях Минфина о том, что рекомендуют индексировать этот повышение платы, да, соответственно, с экономическими условиями. Это нужно, наверное, и к администрации, и к самим себе отнестись с определенной долей критики. Значит, наверное, недостаточно мы проинформировали горожан о том, что у них есть такая возможность. И вот именно такой алгоритм принятия решений с собственниками позволил бы как раз с одной стороны учесть конструктивные особенности того или иного дома, его техническое состояние, а с другой стороны позволил бы внести на это поле какую-то конкурентную, добавить конкурентной среды. Ведь одна компания могла бы собственникам одного и того же дома предложить один размер платы, другая, может быть, более эффективно работающая компания предложила бы собственникам, может быть, и меньший размер платы. Поэтому вот мы призываем использовать весь имеющийся инструментарий в администрации, у депутатов городского совета, чтобы максимально информировать граждан об имеющейся возможности и о праве, которым они обладают.